Всем привет. Покажу свою работу. Пытаюсь без тряски. Давай сюда вот на свет куда-нибудь. Или тут отсвечивает сильно? Да нет, нормально, нормально. Покров. Скоро праздник, 14-го. 14-го? Да, в понедельник. Покров Пресвятой Богородицы. Работа простенькая. Ее особо не украшают. Сейчас покажу, что я синькушки готовила на обед. Черныш. Паша. Щеба. Спит, как не знаю кто. Так, сейчас расскажу. 300 грамм фарша, 100 грамм вареного риса, 50 грамм где-то вареной морковки, мелко-мелкой, прям вот так вот все на терточке. Вот. Соль чуть-чуть, ну, где-то не больше пол чайной ложки. Чуть-чуть крахмал можно добавить, для того, чтобы пышные были. Чесночка немножечко тоже по вкусу и лучка. 2 яичка. Вот такие вот котлеточки. Я делаю с помидором свойским, чтобы они прям сочные-сочные были. Сейчас покажу. Нормально. Для канала надо. Да. Помидорки очень такие. Помидоры, да. Они вкус придают просто такие сочные. А пудру? Хлебная какая-то вот эта. Нет, я ничего этого не использую. Из обычной свинины, говядины фарш. Чуть-чуть как. Сейчас будет яичница. Ой, глазунку мне готовить. Я глазунку люблю. Это вот капелька чуть-чуть вот. Да я люблю такие поджаристые. А эти две наоборот не поджарили. Помидор просто придают такую сочность. Можно даже немножечко вот прям на хлебушку вот так вот намазать. Они вкус придают тоже какой-то такой прям, не знаю. Ну все. Ну вот так вот. Вот. Ну всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.